Всем привет, с вами снова Алекс. И сегодня я вам покажу, как поиграть в любую компьютерную игру в VR. Для этого вам лишь пригодится купить VR-очки. Они стоят примерно 2000 рублей. Бывают немного дороже и немного дешевле. Но главное, вам пригодится программа Trinus Cardboard VR. Вы ее можете скачать по ссылке в описании. Запустив это приложение, вы увидите следующее. Для подключения к компьютеру вы можете использовать Wi-Fi или USB-провод, которым вы заряжаете свой телефон. Но лично я рекомендую использовать USB-соединение, так как оно более стабильное. Если же вы подключите свой компьютер к телефону по Wi-Fi, то будут небольшие задержки. Скачиваем программу с официального сайта Trinus Virtual Reality. Листаем. И вот находим Trinus Cardboard VR. И нажимаем «Скачать Trinus Cardboard VR». И тут нужно будет скачать как и для вашего телефона Android, так и для Windows на ваш компьютер. Скачав эту программу на компьютер, заходим в нее. Сразу скажу, что на iPhone у вас не получится запустить эту программу, так как она предназначена только для Android и Windows. И еще кое-что важное. Эту программу нужно запускать на Windows только от имени администратора. Еще важно сохранять сделанные вами настройки, так как после каждого выхода они сбрасываются. Если вы все настроили, то вам нужно запустить эту программу и на компьютере, и на Android. Подключить по USB, нажать на вот этот треугольник с надписью «Старт» на телефоне и только затем на вашем компьютере. Важный момент. Вы сможете запускать игры в VR, только если они включены в оконном режиме. И только если они 3D-игры. Первым делом я решил запустить Minecraft. Мы зашли в мир, и теперь в настройках нужно выбрать оконный режим вместо полноэкранного. Вот так это должно выглядеть на вашем компьютере. Если вы все сделали правильно, то вот так это должно будет выглядеть на вашем телефоне. Если вам не нравится разрешение, то его можно увеличить в настройках.
И вот еще одна важная и интересная функция, которую нужно включить в вашем ПК. Эта функция называется псевдонаклоны. То есть теперь картинка будет меняться, если вы будете наклонять свою голову в разные стороны. И на сегодня это все. Сегодня вы узнали, как можно поиграть в любую компьютерную игру в VR всего лишь за пару тысяч рублей, при этом не покупая дорогостоящие VR-шлемы за 40 и даже 80 и еще больше тысяч рублей. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, пишите свои комментарии, а я иду монтировать уже следующее видео. Пока-пока!